Я готова. Поехали? О боже, Яна, ты куда так накрасилась? Как куда? На работу? Такое ощущение, что в клуб. Я тебе такую не повезу. Пойдем перекрашиваться. Вот, держи, смывай свое добро. Ярко накрашенные глаза и губы сейчас не в моде. Актуальна естественность и натуральность. Среди стилистов он называется макияж нюд. Его секрет прост. После нанесения должно создаваться впечатление, что на лице нет ни грамма косметики. Так, стой, подожди. Это нам не надо, отдавай. Ну-ка, давай сюда. Этот нам не пойдет. Правило особенно касается дневного времени суток. Главная опасность кроется в солнечном свете. Оно неудачно подчеркивает большое количество косметики. Начинаем макияж сосновый под макияж. Это нам позволит сделать менее толстый слой тонального. Базу под макияж и тональный крем желательно подбирать одной марки. Так они будут лучше гармонировать друг с другом. Тон лица получится ровнее и естественнее. Можно использовать BB-крем. Он будет увлажнять лицо и также скрывать всякие неровности кожи. Для создания дневного макияжа лучше подойдет рассыпчатая пудра. Она обладает легкой текстурой. Более естественно смотрится, если откорректировать брови тенями, нежели карандашом. Для дневного макияжа глаз используются естественные приглушенные оттенки теней, матовые или перламутровые. Для светловолосых девушек лучше использовать коричневую тушь, но если вы жгучая брюнетка, то можно и черную. Отложите в сторону кирпично-коричневые оттенки румян. Лучший друг в нашем случае – персиковые и нежно-розовые цвета. Если вам все-таки не хватает яркости в макияже, стилисты советуют выделять либо губы, либо глаза. Я предлагаю выделить глазки. Давай. Не стоит злоупотреблять помадой телесного цвета. Она не придаст естественности, а только сделает вас бледнее. При выборе блеска остановитесь на том оттенке, который соответствует цвету губ. Секрет дневного макияжа в его естественных приглушенных оттенках. Приберегите красную помаду до вечера.